Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу без вложений. Этот букс работает с платформой Waze. Так. И я этот букс, друзья, он совершенно абсолютно без вложений, проверила на вывод. Вывела вот я минимум 10 монет. У меня была набрана минимальная сумма. И вот тут Виндраф в USD. А приходит на платформу Waze. Вот 11 центов. Нажимаю, значит, так. Виндраф Sale Coin. Close. И вот я выводила. Вот на этот адрес вот мой. 16.08 я поставила на вывод. Значит, сегодня они у меня пришли, потому что вчера я не заходила. А вчера не было. Я, по-моему, проверяла. Было еще ожидание. Значит, сегодня они ко мне поступили. Это 16.17.08, 2 дня. Но у них написано, что идет вывод 7 рабочих дней. Но это, знаете, регламент, чтобы народ как бы не беспокоился. Давайте перейдем на платформу Waze. Так, войти. Сейчас я зайду, покажу вам вывод. Все замечательно, платит. Значит, у меня еще как бы здесь этой криптомонеты и нету. Сейчас я ее покажу, она у меня будет. Так, транзакции. И, пожалуйста, получение. Вот, SEO Coin. Видите, да? Плюс 11 SEO коинов. Ну, вот у меня там показано 11 центов. Здесь же на платформе своя цена плюс 0.15 USD долларов. Так, теперь что я делаю? Я копирую вот это название SEO Coin. Все ровненько скопирую. Возвращаюсь в обзор. Далее, друзья, я нажимаю на плюсик. Вставляю SEO Coin. Сюда ставлю галочку. Загорелась вкладочка «Закрепить», и я его закрепляю. Все. И у меня вот 11 монеток. Так? И потом я как бы эти монетки, я уже показывала неоднократно, как на бирже переводить, переведу на Waze, как бы вот на этот баланс. Вот. Где брать номер кошелька? Я брала... Так, а я брала вот отсюда. Друзья, отсюда не берите. Мало ли что, мы работаем с платформой Waze. Я брала, чтобы он точно пришел. Получить. И, пожалуйста, вот здесь у вас свой будет. Это мой адрес. И я вот сюда, я его скопировала. И вставила вот сюда. И сколько вот у меня было монеток, я вставила сумму и нажала Виндраф. Так. И рекламок мне кто-то оставлял комментарий, что вот мало рекламок. Рекламки здесь раз в 24 часа. Если я заходила вчера, очень поздно я вчера заходила, где-то в 9 часу вечера, значит, они у меня в 9 часу вечера, я точно время уже не помню, и появятся. И тут более чем достаточно. Вот. А то мало рекламок, опять шлак. Я не знаю, зачем такие комментарии оставлять. Не разобравши. Раз 24 часа. Если вы зашли в 13.00, в 13.00 они у вас появятся. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Все замечательно платит. До новых встреч.